Гарри! 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 Открой дверь! Март, дядя Вернон, вы не подпишете это? Что это? Да так, школьная справка. Посмотрим на твое поведение. Все зависит от нее. Ты еще здесь? Да. О, что значит «да»? Ты неблагодарный мальчишка. Скажи спасибо моему брату. Если бы его подбросили ко мне, я бы его сдала в детский дом. Мой Дадлик, мой племянничек. Поцелуй тетю. Взлыти сюда. Оп, оп. Что ты стоишь? Отнеси вещи наверх. Хороший мальчик. Иди, дай я за мамочкой. Хороший мальчик. Тебе налить, Марш? Немного. Все так вкусно, Петунья. Побольше. Я ведь сама не готовлю, у меня 12 собак. Еще немного. Вот, молодец. Хочешь попробовать бренди? Немножко бренди, 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 винди, венди, мой мулипусик. Что ты ухмыляешься? Где он учится, Вернон? В школе Святого Брутуса. Это как раз для таких безнадежных, как он. А там не забывают их пороть? О, да. Конечно, меня несколько раз пороли. Прекрасно. Чепуха, что нельзя бить учеников, которые заслуживают этого своим поведением. Ты абсолютно не виноват в том, что он вырос таким, Вернон. Тут уж ничего не поделаешь. Просто у мальчишки дурная кровь. Кем был его отец, Петунья? Никем. Он не работал. Он был безработным. И пьяницей, разумеется. Это ложь. Что ты сказал? Мой отец не был пьяницей. О, Господи! Не волнуйся, Петунья, я просто очень крепко сжала бокал. Кажется, тебе пора в постель. Не надо, Вернон, а ты убери. Отец тут ни при чем. Все дело в матери. У собак точно так же. Если сука попалась с изъяном, то и щенки будут ненормальные. Заткнись! Закрой рот! Так, заруби себя на носу, я... Станет меня, идиотский пес! Ну что ты делаешь? Отстань! Кому я говорю, отстань от меня! Идиот, отпусти! Я поймал тебя! Я держу тебя!